Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Святлана Князєва. Глядіть у гэтым выпуску. Уважліва выслухаць і допомагчы. Юрий Шулейка сёння правёў прыём грамадзян у Жыткавічах. Адрасныя субсідыі на жыллё спецыялісты растлумачылі, як будзе працаваць новы механізм. Не размаўляйце з незнаёмцамі. У рэгіёне пачасціліся выпадкі махлярства ў адносінах да пажылых людзей. Зона рызыкі і гіпертанія. Гамяльчанам прапануюць вымераць артэрыяльны ціск. Уступная кампанія набірае абароты. Заўтра распачынаецца прыём дакументаў у ВНУ. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Горад Жыткавічы чакае рэканструкцыя. Рамонтныя работы ў прыватнасці будуць праведзены ў жыллёвым фондзе і аб'ектах сацыяльнага прызначэння. Такая інфармацыя была агучана сёння падчас прыёму грамадзян, які правёў памочнік прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, інспектар па Гомельскай вобласці Юрый Шулейка. Да яго паступіла 12 зваротаў, усе ўзяты пад асабісты кантроль. Некаторыя праблемныя пытанні, дарэчы, могуць быць вырашаны падчас правядзення ў райцэнтры маштабных рамонтных работ. Дмітры Котаў працягне. Александр Ильич приходит на прием первым. Его питание потребует особливой уваги. Участок раки Скрипицы, что находится побач с дачным поселком, практически переутворился у болота. После реконструкции моста, еще в 2007 году, было засыпано основное речище. Стан раки значно погоршился, течение припынилось, появился шмат водной растительности. Вся грязь, вся трава замыла реку Скрипицу. Когда построили мост, сменили русло, выше поставили плотину, поддерживать воду через тянки, поставили два шлюза, короче, ну, чтобы легче было мост строить. Река, уровень упал, ее замыло. Сейчас она находится в состоянии болота. Юрий Шулейка погаджается, проблема потребует вырашения. Однако это не так просто. Для проведения работ по очистке речи Шараки потребуются великие финансовые сродки. Есть необходимость изучения окончательно данного вопроса для того, чтобы в дальнейшем рассмотреть целесообразность данного проекта, потому что уже есть ряд изменений природы, которые позволят ли в дальнейшем, чтобы река существовала правильно в тех своих параметрах изначально природных, как она была раньше уже 10-15 лет назад. У решении проблем громадян треба уличивать человеческий фактор. Об этом Юрий Шулейка нагадывает подчас ворота пенсионера Ивана Волкова. Его сусед занимается ремесной деятельностью и шум перешкаджает заявнику. А лишь по факте ремесник не порушает законодавство. Як альтернатива пропанова иншего места для працы. Варианты разглядаются. Так само размова на приеме и шла про реконструкцию городской бани. Певный час она закрыта, будинок признанный аварийным. Юрий Шулейка доручил мясовым уладам у самый ближайший час знайти решение. У Вогули за 3 часа разгледжено 12 пытаний. Во всех районах есть вопросы трудоустройства, есть вопросы непосредственно обращения к местной власти. Это то, что касается сегодня системы жилищно-коммунального хозяйства. Она очень специфична для всех районов, потому что это связано с финансированием, это связано с планами дальнейшего развития, в том числе вот Жыткавічы. Мы видим, что данный город в ближайшее время будет реконструироваться по многим направлениям, начиная от подземных коммуникаций, заканчивая внешним состоянием города. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» с Жыткавічаў. Беларускія банкі выделили на адрасное субсидирование жилья 135 миллионов рублей. Праз месяц уступая у силу указ номер 240 об дзяржпатрымцы грамадзян при будаўніцтве жилых памяшканняў. Згодна документу, льготные категории грамадзян могуць атрымать субсидию. Гроши выделили Беларусьбанк и Белагропромбанк. Остатние банки повинны долучиться до работы по новой программе у будущем. Что до принципу, по яким будет денежать адресное субсидирование, то он наступный. При наближении шарги на жилье и льготнику приходит оповещение. Коли он сгодный удельничать у программе, пишет заяву и заключает договор об кредитовании. Период кредитования не больше, как 20 годов. Далее громадянин берет кредит у банку под коммерцийный процент, а выконкам вызначает помер субсидии, в зависимости от ставки рефинансования. Зараз формируется перелик объектов, будовництва яких будет финансоваться с притягнением адресных субсидий. Размова про коммерцийных забудовщиков покуль не идет. Это будут те же многодетные семьи, о которых мы говорим, это будут семьи, воспитывающие детей инвалидов. Это семьи, которые сегодня живут в ветхом жилье. Это внесли сейчас категорию воинов-интернационалистов. Они у нас не были сегодня в этой категории.
и другие, там, кто живет в социальном жилье, и, например, у них закончился срок проживания, значит, они будут иметь право на внеочередное получение вот этих вот, вот этой вот государственной поддержки. Держпотримка буде розповсюджуватися і на погашення частки основного довгу. Для сім'ї, у якій виховують троїх дітей, вона складі не 75, як зараз, а 95%. Для дітей-сирот – 35%. До інших тим. Люди сталого узросту усе частіше становяться ахвярами махляру. У Гомельській області у першому півгодді 2017-го зафіксовані 84 випадки махлярства у відносинах до пожилих. За аналогічний період минулого року було амаль удвоє менш – 43. Об гэтым сьогодні повідомили під час брифінгу супрацовники управління внутрішніх справ у Гомельського облвиконкама. При гэтым адзначили, більш стало не махляру, а менавіта потерпелих. Так, предпримальний гомельчанин пропонував одиноким старим усталявати системи для очистки водопроводної води. Заключали договор, зрозуміло, гроші наперед. Отримавши плату, злочинця зникав. У міліцію звернулися каля 30 потерпелих. Як мінімум 13 чоловіка шукала гомельчанка, яка під видом меду продавала цукровий сироп. Так само злочинці можуть пропонувати і установку вікна у ПВХ, ці дверей по вельми привабних цінах. Одиноким старим вельми часто не хапає суразмовці, і гэтым так само користаються махляры. Створивши атмосферу довіру, яны позичають гроші і, відомо ж, зникають. Міліціонери підкреслюють, що ахвярами злочинці вибирають одиноких старих. Гэтай часи насельництва надають особливу увагу і правоохоронники, і соціальні служби. До профілактичних мероприємств долучилися так само супрацовники відділення поштової сувязі і банків, які часто контактують зі старими. Однак головна увага з боку родних. Частіше телефонуйте і наведуйте своїх бабуль, дядуль і батьків. Со старым супрацовники милиции раясь быть пильными, не доверять незнакомым и не соромиться телефоновать у милицию. Ни в коем случае при попытках предложить услуги по довольно-таки заниженным ценам не надо реагировать и идти на поводу наших мошенников, отдавать сразу деньги без проверки их личности, без уведомления родственников, без уведомления участкового инспектора милиции. Всегда надо иметь при себе копии документов, которые оставляет данное лицо, и в первую очередь сообщать всем своим родным и близким, что вас кто-то посетил. Вымерить тиск и отримать консультацию врача можно будет у гандлевых объектов Гомеля. Информационно-адукационная акция по профилактике хвороб системы кровозвороту пройдет у Гомеля 12, 19, 26 липня. Организаторами выступают городский центр гигиены и эпидемиологии и центральная городская поликлиника. Местами для проведения обраны буйные гандлевые объекты, а так само открытое акционерное товариство «Гомсельмаш». Усе жадающие смогут доведаться про свой артериальный тиск, отримать парады по работе с тонометром. А кроме того, терапевты проконсультуют по питаниях, что тычатся хвороб системы кровозвороту. При необходимости выпишут рецепт на леки. По даденных специалистов, прикладно каждый пятый гомельчанин мае хворобы системы кровозвороту. З их каля 30% характеризуется повышенным кровяным тиском. Wi-Fi з'явився на чыгуначных вокзалах. Беларуская чыгунка сумесна з мабільнымі тэлесістэмамі з 10 ліпеня у тэставым рэжыме арганізавала бясплатны доступ у інтэрнэт на вокзалах краіны. У нашым рэгіёне хотспоты з'явіліся ў залах чакання і холах на вокзалах у Гомелі, Жлобіне, Калінкавічах. Запуск паслугі Wi-Fi на ўсіх вокзалах беларускай чыгункі ў камерцыйную эксплуатацыю плануецца з 25 ліпеня. На Гомельщині подвели виники проведения централизованного тестирования. Для сдачи экзаменационного выпробования у регионе сёлета зарегистрировалось прикладно 43,5 тысячи человек. Это амаль на 4 тысячи больше, чем летось. Найбольшей массовостью отзначились испыты по русской мове, математике, физике и биологии. Выдача сертификатов распочалась на передыдне. 18 человек у Гомельской области отримали 0 баллов. Большасть из них по математике. С тестированием по гэтым предметам не справились 14 человек. Лик стубальника у Гомельской области что год застается на одном узровне, каля 30 человек. Большасть выдатников отримали максимальную отзнаку по русской мове. Приемные комиссии у ВНО почнут працавать завтра. Прием документов на бюджетную форму навучания протягнется до 17 липня. Нагадаем, згодно с новыми правилами, сертификаты об сдаче централизованного тестирования будут сапраўдныя 2 года. Тому и забрать их можно на протягу гэтага периода.
перыяду. Дарэчы, рейтинг популярных профессий, якія выбирают абитуриенты, за апошние некалькі гадоў істотно змянился. Мода, что называется, немножко поменялась. От экономических и специальностей мы вот уходим в специальности программистки, если так можно сказать. Естественно, и вузы, скажем так, почувствовали конъюнктуру рынка, открывают новые специальности или преобразовывают старые, в общем-то, чтобы они могли давать специальность, связанную с IT-технологиями. Постоянно дзеючыя школьные кірмашы пачнуць працаваць у Гомельской области с 15 липеня. Широкий ассортимент товаров до нового навучального года пропонуюць таксама кутки школьника, якія будуць оформлены у больш чым 900 объектах гандлю по ўсёй области. А с 5 жніўня пачнуць працаваць школьные кірмашы выходного дня з удзелам промысловых прадпрыемстваў и гандлёвых организаций. Усяго у гэтым сезоне запланавана каля 200 кірмашовых мерапрыемстваў. У галоўным управленні гандлю и паслуг аблавы Канкама подлечили и прикладный кошт экипировки школьников. Так, полный комплект, який включает одежду и обуток для школы и занятков спортом, канцелярские товары для хлопчиков молодшего школьного возраста, обойдется у сумму от 176 белорусских рублей, для девчонок от 206. Для учеников старших классов минимальный кошт складе 233 и 267 рублей отповедно. Канікулы пакуль яшчэ працягваюцца, а значыць, кіпіць жыццё ў здараўленчых лагерах. Наша здымачная група завітала да ўдзельнікаў праекта «Курсанты». Ён дзейнічае на базе ваенна-транспартнага факультэта Беларускага універсітэта транспарту. Свае ўражанні падлеткі пакажуць у мультфільме, які разам з педагогам яны ствараюць з пластыліну. Падрабязнасці у Ганны Каральчук. Удельники проекта – 25 подлетков из разных районов в области. На протягу тыдня живут у интернате военно-транспортного факультета и спостигают особливости життя курсантов. Распорядок дня расписаны по хвилинах. В раскладе – военная подрыхтовка, экскурсии, спортивные споборництвы и культурные мероприемства. Ну, если в будние дни, то нас поднимают в 7:30, а в выходные дни нас поднимают в 8, так как в будние дни мы можем находиться на работе, а в выходные дни мы ходим на спортивные площадки, занимаемся футболом, волейболом, баскетболом. А в будние дни мы работаем в сельском хозяйственном угодье. Спортивных мероприятий побольше бы хотелось. А так все отлично. Организаторы добра ведают, что гэтые подлетки во возрасте от 14 до 17 годов потребуют до себе повышенной педагогичной уваги. Головная мета проекта – долучить хлопцев до корыстного проведения вольного часу, наполнить его цікавыми занятками. Напередодні школьники наведали Центр безпеки Института МНС, а далее их чакая поездка на врятовальную станцию «Освод». Свое житие у лагеря яны покажут у мультфильме, які разом с педагогом створают пластилину. Они лепят по сюжетам того, что с ними происходило за день. То есть вот они ездили с утра работать на поле, они приехали, сейчас рисуют поле, колоски, как они собирали. То есть мультфильм будет, собственно, про их смену в лагере. Фоны рисуют гуашью и делают много-много кадров для того, чтобы потом оживить этих персонажей, чтобы они выглядели как мультфильм. Гэты мультфільм стане добрым напамінам аб праведзеным лагеры часе. Выхавальнікі ў сваю чаргу спадзяюцца, што атрыманы за 9 дзён карысны жыццёвы вопыт паслужыць для падлеткаў штуршком для самаразвіцця і імкнення стаць лепш. Ганна Каральчук, Александр Харлампаў, тэлерадыёкампанія Гомель. На ближайшие сутки у регионе захаваецца оранжевый уровень небезпеки. Как поведомили у областным гидрометеоцентры, ночью на большей части территории пройдут дожди и моцные ливни, прогремят навальницы. У особных районах максимы шквалистые узмацнение ветру порывами до 15-20 метров за секунду. Температура по ветру складе до 20 градусов у ночи и до 28 у день. У особных районах у день пройдут короткочасовые дожди. Опадки, до речи, захаваются до конца этого тыдня. Завтра православные верники означают Петров день або день святых апостолов Петра и Павла. А свято Петропавловский собор Гомеля сустрэне простольное свято. Боскую литургию у собора здесьнит епископ Гомельский Жлобинский Стефан. Початок набоженства у 8:30. После его завершения отбудется хросный ход. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Святлана Князева. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.